Здорово всем, ребята, я Кента по канопроводе, и прямо сегодня я попытаюсь занять топ-1 в PUBG Mobile. Почему же решил зайти и поиграть в эту игру? Да потому что все очень просто, игра стала легче, меньше и быстрее. Теперь PUBG Mobile весит чуть более 600 мегабайт, поэтому, ребята, однозначно качаем, однозначно тащим и однозначно занимаем топ-1. Ну а также, самое главное, теперь каждый из вас сможет кастомизировать игру так, как он захочет. Ты можешь добавить или убрать все, что ты захочешь. Ссылочка на PUBG Mobile есть в описании, ну а мы начинаем играть. В чем же суть игры? Есть, короче, 100 засранцев, и мне всем им надо надрать задницу, ребят. Но я думаю, вы понимаете, что это все будет без проблем. Кстати, и еще из плюсового PUBG Mobile, то, что игру оптимизировали, теперь все будет гораздо быстрее, плавнее и четче. Ну что же, братва, прямо сейчас я буду отстаивать честь всех стендоферов, поэтому, знаете что? За каждое мое убийство я буду покупать по одному ножу в стендов 2. Да, это жестко, да, это дорого, но а почему бы нет? Так, ребят, посмотри, где появился. Я появился, ну, честно говоря, в какой-то заднице мира. Я уже заметил то, что PUBG ресурсов жрет гораздо меньше, потому что раньше мы были мелкие провисания, сейчас вообще игра идет максимально плавно и максимально хорошо. И там я вижу какого-то чебурека. Нет, давай, короче, давайте как-то без него. Я побегу лучше в другую сторону. Но буду иметь в виду, что там есть парень. Да и тем более, как-то не хочу его убивать, потому что за каждое убийство нужно покупать по одному ножу. Так, ребят, залетаем как можно быстрее в это здание. Вот когда вижу сарай или гараж. Надеюсь, там будет эмочка. Вот прям эмочка, PUBG, то пушка. Так, ребят, тут же никого нет. Да, вроде все чисто, нормально. Как раз здание доставили для стендофера Кента ПК. Так, бронежилет. Ну, неплохо, тем более второго уровня. Твою налево. Тут кто-то есть. Тут кто-то есть. А у меня нет даже оружия. Бежим, 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 бежим. В это здание, пожалуйста, пожалуйста. Так, елки-палки, пушка, ствол. Хоть что-то. Прошу. Не, ребят, тут уже кто-то лутался. Я смотрю, тут реально, походу, кто-то лутался. Да дайте мне хоть что-то. У меня вообще нет ни единой пушки, ребят. Елки-палки. Да что вы знаете о неудачах? Давай, да, там парень, там парень. Бежим, 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 бежим. Ну тебя в задницу, мальчик. А, нет, давай же дружно. Ай, блин. Ах ты, говнюк, ну все, ему задница. Иди сюда. Ай, блин, то твою-то налево. Давай, давай, один на один. Блин, я, кажется, попал по нему. Я его монтировкой замочил. Это просто фиаско. Блин, вот это не повезло, что нубы попались. Так, пацаны. Ребят, я не понимаю, что происходит, но почему-то я не могу подобрать отсюда вещи. Ладно, короче, буду дальше с монтировкой драться. У меня, в принципе, неплохо получается. Ну просто представьте, насколько же это обидно умереть от монтировки. Ладно, я понял, не судьба, не судьба, бежим дальше, бежим дальше. Чё-то меня ничего залутать не выходит. А, кстати, ребят, я уже сделал первый килл, это означает то, что я уже должен купить себе один нож. Но я скажу честно, этот килл вышел случайно. Ну реально, ребят, не буду врать, но вот это чисто полнейший рандом. Прям полнейший, полнейший, полнейший. Так, ну наконец, ну хотя бы пистолеты нашел, ребят. Ну хотя бы спасибо за это. Слушайте, ну конечно смешно, осталось 60 человек, у меня только пистолет из оружия и монтировка. Мать моя женщина, я думаю лучше не пробовать. Хотя, попал, прикиньте. Прикиньте, сейчас мочкану его, я вообще офигею. Ого, попал, прикиньте. Попал! Охренеть, минус 2! Вот это да, ребят. Я, конечно, все понимаю, но это просто, я не знаю, какое-то чудо. Так, братанчик, хотя бы тебя залутать можно? Так, можно, можно, можно. Идеально, идеально. Ой, ребята, спонсор сегодняшней трансляции. Этот парень, брат, не знаю, как тебя зовут, но спасибо тебе. Ой, нифига себе, у него был крутой КР. Ой, братик, ну слушай, ну от души тебе, от души, от души, от души. Спасибо, не зря умер. Так, а это что получается? Я уже 2 ножа должен купить? Блин, пацаны, вот эти все челленджи, они такие затратные, я скажу вам. Но я, честно говоря, пока что своей игрой доволен. Осталось 50 человек, я уже, пацаны, так сказать, отыграл достойно. Ё-моё, там много зданий, а там, где много зданий, там много игроков. Это означает, что где-то очень-очень скоро, вполне вероятно, что я кого-то увижу. Ну вот тут я по-любому кого-то найду. Топай, топай. Да, есть, есть пирожочек, давай! Минус 3. Ох, ничего себе, сколько у него всего! Обалдеть, вот это я понимаю, спонсор нашей трансляции. Обалдеть, сколько у него патронов, сколько у него всего. Не, братан, я тебе скажу так, ты умер не зря, однозначно не зря. Ой-ля, ребят, посмотрите, сколько у него всего.
Просто сказочка. Так, давайте как-то отрегиним себе хп, потому что у меня что-то проблемы с жизнями. Ну, например, на какую-то малую аптечку. О, ляпота. Кстати, ребят, если я делал какие-либо ошибки, пожалуйста, пишите мне о этих ошибках в комментариях. Мне будет реально очень интересно почитать. Ох, четырехкратный зум, вообще пуля. Ребят, короче, садимся на наш гелик. Оля. Валим на гелике. Едем на гелике. Блин, я забыл слова. Ну вы поняли, да, пацаны, что это за песня? Пацаны, осталось 15 игроков. О! Что это было? Охренеть, вы это видели? Мама, мне страшно. Не-не, да давайте, пацаны, без этого дерьма. Ну реально, ну я хочу выиграть. Ну прям моя мечта. Ну прям очень-очень сильно хочу выиграть. Давайте, собрались. Стрелять. Тише. Ох, как больно-то попали. Пацаны, бинты. Ай, блин! Ребята, меня ранили прям в сердце. Но 15 место, ну я считаю, неплохо. Конечно, я знаю, вы еще все в комментариях напишите. Ой, да Кент ПК, да ты нуб галимый. Я всегда первое место занимаю. Ну, ребят, ну я же не вы. Я что не так часто играю в PUBG Mobile. Но слушайте, ну игра очень крутая, очень улетная. Особенно мне понравилось то, что ее очень сильно оптимизировали. Она жрет трафика меньше, весит меньше. Если тебе нужен какой-то режим, ты ее просто берешь сам и качаешь. То есть все кастомизировано под тебя. Поэтому PUBG Mobile, за это тебе огромный лайк. Ну чё, пацаны, вы думали это все? Нет. Потому что настоящие волки никогда не сдаются вроде меня. Ауф. Продолжаем дальше нашу битву, потом пабгеры, готовьтесь и берегите ваши задницы, потому что Кента пока придет по них. Ну что же, ребята, я вижу, впереди стоит какой-то багги, тут есть парочка зданий, поэтому что мы делаем? Мы как специалисты берем, находим оружие, садимся в багги и просто устраиваем всем большой-большой капздец. Ребята, вы сами понимаете, у меня же АИМ стендов и так натренирован, что у меня все пабгеры должны бояться. Так, ребят, ну что, а где оружие? О. Блин, ну мне что-то кажется, как хреновая пушка. Надеюсь, я ошибаюсь. Так, пацаны, ой, ну что. Так. И есть. Ой-ля, ребята, нашли бронежилет. Народ, реально, тут вообще ни единый человек вместе со мной не упал. Мне очень сильно повезло, потому что у меня есть время залутаться, найти хороший дроп и надрать всем задницу. Ой, энергетик, иди сюда. 5 minutes later. Ну чё, сыночек, давай. Настал твой час. Блин, вот я не люблю такие моменты. Чертовски не люблю такие моменты, потому что мое сердечко начинает очень сильно стучать. Он тут. Зуб даю. Мужик, ну перестань, пожалуйста, щекотать мои нервы. Давай я тебя просто прибью и на этом закончим. Будь хорошим мальчиком. Ой, хорош, красавчик. Парень, походу, просто в шоке. Не ожидал такого напора от Кента ПК. Ну, брат, я сам в шоке. Так, что мы тут находим? Ох, ничего себе, сколько у него всего. Так, давайте возьмем автомат Томпсона. Так, ребят, я по-прежнему нахожусь в самом центре карты. Твою налево. А! Твою ж налево-то! -2. Я вам скажу так, конечно, это не стендов, то есть тут дефолта нету. Если в стендов есть какие-то дефолтные места, там где, допустим, чувак сидит, и ты знаешь, ну, скорее всего, он там сидит, допустим, да, где-то в темке, то тут дефолтных мест нет. Пацаны, осталось 18 игроков, слушайте, я, походу, побью свой рекорд. Уже 17 игроков осталось, блин, зашибись, я даже почти никого не убивал, а уже побил почти прошлый рекорд. Так, ребят, вот если я займу место лучше 15-го, то я считаю, для меня это уже будет успех. Давайте же вы не писали, что Кент ПК, ты просто сидел, никого не мочил. Я тоже, ребят, сейчас вот так залезу на гору и все. Готовьте задницы, кто тут? 15 человек, я побил рекорд, 15 человек, прикиньте. Ху-ху, крутяк. Бля, никто даже не идет к аэродропу, вы серьезно, мужики? Не, ну если вы не хотите, то, конечно же, я все заберу. Так уж и быть, я не буду настаивать. Вот сейчас реально опасный момент, ребят, осталось 12 игроков. Бежи, чел. Домой, сынок. Это моя точка, на пенек сел, косарь должен, ясно? Домой. Ха-ха, замочил. Братан, на будущее запомни, аэродроп это мой, аэродроп, понял? Нормально, уработали пассажира. Парень там офигел, он даже не понял, откуда его по нему стреляли. Твою ж там налево. Давай, ай-яй-яй!
Ребята, 11 место. Ну, мы были реально близко. Я даже по нему попал. Да елки-палки, если бы я просто взял нормальное, правильное оружие, я бы его замочил. Блин, трындец. Вот это, конечно, обидно. Касаемо ножей, то я должен купить 6 ножей. Я помню, я все эти 6 ножей куплю у себя на стриме. Ну что же, ребятки, вот такая вот у меня вышла каточка. Огромное спасибо разработчикам PUBG Mobile за обратную связь с комьюнити, потому что они очень общительно учитывают все ваши пожелания. Но вы, мои подписчики, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. Ссылочка на PUBG Mobile есть в описании. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.